Сейчас мы предоставим слово девушке, которая скажет о ее представлении о том, как должна действовать молодежь. Здравствуйте, меня зовут Лина. Я из Нальчика, это Северный Кавказ. И я хотела бы подчеркнуть, что неважно, откуда мы, потому что все должны солидаризироваться, все должны выходить все вместе. И несмотря на то, Кавказ или не Кавказ, все должны быть вместе. Bonjour, je m'appelle Lina, je viens du nord du Caucase et je voudrais souligner que c'est super important qu'on soit tous ensemble, indépendamment de notre nationalité, du peuple, de notre ethnie. Мне 22 года, и я хочу сказать, что это первый опыт моего поколения участия в подобных манифестациях, вообще участия в политической жизни. И это может быть даже наш единственный, первый и единственный шанс, когда мы можем изменить нашу жизнь. J'ai 22 ans et pour notre génération, c'est pour beaucoup voilà, la première fois qu'on peut faire quelque chose, qu'on a une chance d'essayer de changer les choses. Но не нужно думать, что мы уже выиграли. Нужно идти дальше до конца, пока мы не добьемся исполнения того, что мы требуем. Mais faut pas penser qu'on a déjà gagné, il faudra se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on obtienne des vrais résultats. Не нужно перекладывать все на лидеров, не нужно искать лидеров, нужно самим выходить и делать вещи. Не нужно ждать перемен, нужно самим менять жизнь. Браво! Faut pas tout attendre, il faut pas tout attendre des leaders, il faut pas attendre de trouver des leaders, il faut faire les choses nous-mêmes. Il faut pas attendre demander à quelqu'un de changer les choses, il faut changer les choses nous-mêmes. Иначе все получится как в 80-е годы, когда мы говорили «хочу перемен», и все получилось как сейчас. Мы должны все поменять сейчас и делать все самим. Sinon, ça va se terminer comme dans les années 80 avec la perestroïka, quand on voulait du changement et qu'on s'est retrouvé dans la situation actuelle.